Всем привет-привет, с вами Марина Холодкова. И как я и обещала, хочу показать вам, сколько за месяц получилось мне вернуть кэшбэка на моих покупках из магазина АТБ. Итак, мы заходим в наш раздел «Покупки». Вот здесь выбираем «Оффлайн шопинг». И вот вы видите, с 1 числа по 25 я посещала магазин АТБ. Может, вы это делаете часто. Видите, как я не каждый день хожу. Какой-то день я была два раза в магазине и так далее. То есть все чеки, которые я отоварила на кассе, я загрузила в свой личный кабинет. Половина из них мне уже вернулась на кэшбэк. Да? То есть прошло уже 15 дней с тех пор. И мне эти деньги уже зачислила компания. Давайте мы посчитаем, что у нас в итоге получилось. Для этого мы берем наш калькулятор и начинаем наш подсчет. Да? Я считаю всю сумму, потому что мне интересно знать, сколько за месяц можно какую сумму, да, вернуть. Все это в долларах. У кого-то будет больше, у кого-то будет меньше, да, потому что здесь прогнозировать очень тяжело, семьи у всех разные, покупки все совершают разные, по разным магазинам люди ходят, да, кто-то покупает себе мебель, кто-то покупает себе только еду, кто-то там машину заправляет, ну, то есть, вы понимаете, что цифры будут разными, поэтому... Не отталкивайтесь, да, от этого, то, что мы сейчас увидим на нашем экране. Но в любом случае вы должны понимать, что мелочь, но приятно. Да? Вот у меня вышло $11.13. То есть мне вернула компания за месяц май. $11.13. Давайте посмотрим, сколько это в гривнях у нас получается. Да? Вот мы прописываем $11. В гривнях. И это у нас получается 301 гривня. Там еще у нас было 13 центов, да? Давайте так сделаем. Это получается 305 гривен и 45 копеек. Это за месяц хождения ежедневных покупок моих в АТБ. Да, это 305 гривен в среднем. Вы видели, что я каждый день в магазин не ходила. Теперь давайте посчитаем, сколько это будет за год. А за год это выходит 3660 гривен. Я думаю, эти деньги никому лишними не будут. На эти деньги можно себе что-нибудь приобрести. Так вы просто ходили в магазин за продуктами там, да, или еще за чем-то. А теперь вы ходите в магазин еще и возвращаете за свои покупки деньги. Это намного интереснее, веселее и приятнее, скажу я вам. Поэтому кто хочет попасть в такой классный денежный проект, пишите, обязательно помогу, расскажу, подскажу, да, как здесь еще можно зарабатывать, потому что здесь есть 7 источников дохода, в том числе и пассивные. Поэтому спасибо всем за внимание, очень рада быть вам полезной, пишите, не стесняйтесь, и всем до новых встреч, пока-пока.